Давай сделаем упражнение на смешивание цветов. Такое задание я сдавала на одной из сессий в универе. Это называется цветовой круг. Задача в том, чтобы взять основные цвета, желтый, красный, синий, смешать их между собой и получить дополнительные оттенки. Центральный треугольник нужно залить основными цветами, а дополнительные треугольники залить цветами, которые получаются при смешивании основных. Ячейки в кругу заливаем теми же цветами, что и треугольники. Цвет ячейки зависит от вершины треугольника, который ее касается. В кругу останется 6 ячеек, которые никак не соприкасаются с треугольниками. Смешиваем цвета соседних ячеек один к одному и получаем тот оттенок, которым нужно заполнить пустую ячейку. Все ячейки должны получиться разных оттенков. Это очень хорошее упражнение для того, чтобы научиться работать с цветом и понимать, как оттенки взаимодействуют друг с другом. Если вы никогда этого не делали, советую попробовать.